Всем привет, дорогие друзья и поклонники всех видеоигр и хорроров и всех-всех-всех. С вами Дядя Дима на канале Димонлайн. И сегодня хочу вам представить вот такую знаменитейшую игру хоррор, а именно Outlast номер 2, дорогие друзья, вторая часть. Вот, в общем и целом, разработчики предоставили нам возможность с вами немножечко потестировать демо-версию второй части, что мы сейчас с вами и сделаем вместе. Да, обещали выход на август этой игры был запланирован, но перенесли на 17-й год, друзья, дабы немножечко, скажем так, продлить кайф, да? Так, давайте мы с вами тут немножко в настройках. А пока суть до дела, посмотрим, что к чему. Так, нам, наверное, нужно прикрутить немножечко громкость, чтобы не сильно тут кричала. Так, где она у нас? Вот она, громкость. Вот таким образом давайте мы с вами сделаем. Вот. И посмотрим, что к чему. Ну, игра обещает быть интересной, да? Я не буду в общем и целом говорить о чем, сюжет описывать не буду. Почему? Потому что я оставлю ссылочку на канал PowerSlave. Там Виталий подробно описал эту игру и сюжет. Кому интересно, зайдете, посмотрите. Мы же с вами просто потестируем ее, пройдем миссию, которую нам разработчики предоставили, и посмотрим, что да как, дорогие друзья. Побалдеем вместе, побалдеем, немножечко кирпичей отложим. В общем, все будет. Я думаю, здесь довольно интересно, довольно развернуто все сделано. И как бы я так считаю. Я так считаю, что пора начинать, друзья. Так, Welcome to the Outlast 2 Demo. Друзья нам тут пишут, что 5 и 10. Ну, поехали. Ну, в целом, быстренько вам расскажу. В общем, опять у нас получается репортер, да, они куда-то крушение, и, в общем, каньон какой-то, куда-то попадают, там, с женой, я так подозреваю, и вот, what the fuck. Вот, друзья, и попадаем в каньон с вами, и начинается у нас с этого игра. Естественно, попадает в какую-то жопу, грубо говоря, где происходят всякие непонятные вещи. Давайте посмотрим. Вот такая заставочка знаменитая, да, Outlast 2, друзья, поехали тестировать. Опа, вот вам и каньон, друзья. Каньон, очки улетели к чертям собачьим, а он еще и плохо видит без них. Вот я думаю, на этом тоже будет у нас приключение. Благо они сейчас не разбились, естественно. Но я думаю, в будущем они будут у нас разлетаться, да? Что будет приносить нам особый дискомфорт. Опа, обратите внимание. Ну, конечно, камера. Как без камеры, друзья? Без камеры, в принципе, по сути, никак. Так, камера, знаменитая камера. Outlast без камеры, как бы, ну. Так, right mouse button. Так, правая мышь, да, ага. Нажмите F. Man! Какой man? Никого здесь нет. Чувак, иди. Можем приближать. Вот такие вещи отдалять. В общем и целом, красиво, красиво, конечно. Сделана такая графика неплохая. Так, ну что, пойдемте поищем, что здесь. Так, парабел у нас прыжок. Нам предлагают перепрыгнуть эту вещь. Так, мельница какая-то. Какие-то заброшенные дома. В классическом стиле хоррора. Да, вы знаете, кстати, друзья, напоминает это все вещи с страшилки. Так, давайте постучим. I'm lost. И напуган, говорят, ёпта. Так, закрыто. Jammed. Да ну что такое, не могу понять.
Ага, не то. Может тут, может на крышу влезть можно, нет? Так, может... Так, ну получается, наверное, здесь все. Так, друзья, вот мне очень напоминает эта вещь страшилки 90-х. Помните, кукурузные поля, детские голоса, качели детские. Ага, мы вот можем выглядывать еще так вот, таким образом. Вот, потому что первая часть, да, как-то немножко больница, там однообразненько так, а здесь вот сделали... Мы можем по улице пошляться, друзья, да еще и как пошляться-то, ах, ешь. Так, заброшенный дом. Ну, походу, сюда мы с вами не войдем, да? Мухи кругом сплошные. Опа-на. Так, кто-то бегает. Кто-то здесь бегает, друзья. Начинаются вот эти вот... Звуки непонятные. Я прям раньше времени не хочу кирпичи откладывать, потому что ведро еще не принес. Здесь есть кто-нибудь? Please. Пожалуйста. Никого нет здесь, друг. Здесь одна непонятная. Ух ты, кто-то орет уже, господи. Господи, нет. Опа, вот, обратите внимание, да, детские... Велосипеды, детские игрушки. Это как вот в больнице у нас были, да, вот каталки, предвестники какой-то непонятной вещи. Здесь вот это детские велосипеды, детские игрушки. Это тоже такая тематика. Так, ну что, вот этот велосипед. Кто-то орёт, кресты сплошные, двери стукают. Атмосферно, друзья, вы знаете, первое впечатление прекрасное, мне нравится. Атмосферно, да. О, смотрите, тень даже вообще. Опа, а что здесь за беспредел? Кресты сплошные. Так, это у нас что? Вода, смотрите, как прорисована. Он сейчас рганет, тут кишки, тут какую-то, это, не пойму, корова, что ли. Да, корова, друзья, выпотрошена. Это печально. Так, ну что, куда нам? Куда двигаемся? Интересно, мы сможем в дома заходить? Я так думаю. Сейчас, опа, началось. Ёб ты, кто там стоит? А, тут портрет, друзья. Смотри, как сделано четко. Это мясник на портрете. Это хижина мясника. Давайте попробуем войти. Ву, нажмите, чтобы постучать. Теперь, какой культурно постучал, только потом зашел. Молодец, ну да, так и на. Так, что здесь у нас? Сапоги всякая херня, тень ненужная. Ну, сплошные кресты везде, да? Какие-то сатанисты здесь, наверное. А здесь у нас что? Опа, вон оно как. Мы можем в шкаф прятаться. Знакомая, знакомая штука. И, походу, нужная, да? Я так думаю, оно нам пригодится. Так, ну что, я думаю, сейчас прятаться-то нам не от кого. Давайте, наверное, мы с вами пойдем дальше. И посмотрим, что к чему, куда. О, куда нам... Что там мигает? Что-то мигает. Опа! А вот она, классическая камера и классический вид Outlast. Как я соскучился по этому виду, друзья. Что пишут? Батарейка садится. Да что-то быстро батарейки садятся. Кстати, я думаю, мы здесь будем привязаны к этому делу. Так, что здесь? Заколочено. Замуровали демоны, ё-моё, прям выражение как-никак кстати. Опять велосипед. Так, ну что здесь, не пойму, войти не можем, да? Дверь закрыта просто. Просто заколочены все двери. Ну, пойдемте походим, посмотрим. Бродилочка такая, да, припоминает. Ага, батарейка мигает, друзья. Батарейки надо собирать, потому что... Есть, батарейку взяли. Так, ну куда идти-то, блин? Везде проволока колючая, какие-то непонятные хижины. Колеса. Ну, нам как-то надо туда, я так подозреваю, выходить.
Тут все заколочено, какие-то звуки вот эти вот непонятные просто-напросто. Ну пойдемте посмотрим, может мы чего-нибудь, может быть, пропустили там. В какой-то дом зайти-выйти, не знаю. Там ничего, тут ничего. Трактора сплошные. Это фермера, что ли, здесь, ё-мы. Бревна какие-то, всякая херомань. Смотри, как у шаманов висят какие-то побрякульки. И вот эти звуки, звуки, друзья, звуки. Опа, ведро висит. О! Нет, да? А можем войти. И темнище, сплошная темнище, ёб твою. Не индейцы, что ли? Перья какие-то, вся хрень. Опа! Батареечка мигает, а друг ты уже и прилег, да? И походу с разбитой головой, так что здесь. Да, с фонариком лежит чувак, а ему кто-то пробил голову. Мухи, все дела, и, в общем, кошмар какой-то сплошной. Ну это Outlast, друзья, встречайте, Outlast 2. Смотрите, как быстро садятся батареи. Блин, мне так кажется, в первой части так быстро это дело не делалось. Так, нажмите, чтобы постучать. Knock, knock, knock on heaven's door. Прям хочется спеть песню Guns N' Roses, друзья. Так, оттуда кто-то колотит, да? Закрыто, заколочено. Опять сапоги. Вы слышите, да, тиканье часов? Блин, атмосферно, вообще жесть. Я, правда, тут балаболю без остановки. Всю атмосферу порчу. Надо, наверное, немножко помолчать. Погрузиться полностью в эту атмосферу. Я думаю, у нас еще предстоит. Не, ну назад же нам бежать нет смысла, явно. Блин, да куда идти-то началось? Кактусы, каньоны какие-то вообще. Не, ну все-таки неплохо, что тут на разработчики нам демо-версию предоставили. Хоть посмотреть, чего ждать, да? А ждать, я думаю, есть чего, как вы сами понимаете. Довольно интересно. Но мы еще с вами вообще-то никуда не прошли, даже никаких ничего. Ну, сейчас доберемся куда-то, посмотрим. Я думаю, вы обзоры смотрели. Да, опа, надгробные плиты. Тут чего только нету, ну всякая хрень. Обзоры, думаю, вы уже посмотрели, в принципе, этой игры, и, я думаю, любители жанра оценят, по сути. Ставни заколочены. Так, блин, вот это вот... Звуки ветра... Прекрасно сделано вообще. Озвучка шикардосовская, друзья. Так, ну куда идти? Что-то начинает напрягать вот это блукание по кругу. Че, спейсер? Опа-на, друзья, мы можем с вами в бочке ныкаться. Q или E. Так, это, наверное, чтобы выглядывать. Ага. Прикольно, прикольно, друзья, бочечки. В общем, в этой игре надо прятаться везде, как вы помните, да? И в первой части нас это спасало. И под кровати мы залазили, и в шкафы, и где только не прятались, дабы убежать от всяких демонов, друзья, которые нас преследовали. Здесь, я думаю, будет... Приблизительно такая же ситуация. Ну что, заблудился дядя Дима? Заблудился. Может, тут что пропустил, нет? Да нет, вроде как ничего здесь нету. Может прыгать куда, нет?
Нет, однозначно надо сюда, друзья. Однозначно, что-то здесь. Опять батарейка садится. Ёб твою мать, одна осталась. Это вообще печально. Так, ну что? Я начинаю нервничать и просто-напросто... Все под колючей проволокой, какая-то ерундень. Ну как-то обойти надо, друзья. Каким образом? Сейчас будем думать. Так, думай, Дима. Думай, дядя Дима, думай. Тут нет, тут запаяно конкретно. Обойти может, да вряд ли камни. Колеса. Опа, вон оно, окно. Ёб твою жниха, о, блядь. Жесть началось, фак. Друзья, если здесь будет проскальзывать у меня периодически ненормативная лексика, не обессудьте, уж такая игра. Опа. Так, что у нас здесь с вами? А здесь недоеденный обед, кукуруза и всякая такая. Так, а вот и выход, да? Да, выход. Так, ну зачем мне эта херня светится же? Левый контрол. Ага, это нам предлагают с вами, друзья, в эту дырочку пролезть. Давайте зайдем. Да, 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 туда. Ну давайте, наверное, зайдем. Посмотрим, что здесь еще есть. Что можно взять. Комнаты нельзя пропускать, потому что... Вот, батареечка. А батареечки у нас на весь золото, я так понимаю, в этой игре, потому что... Хо-хо, шучу, не быстро. Друзья, садятся, да? Опа. Портреты сплошные. Так, ну погнали, друзья, хватит, хочется уже немножко покинуть. Это брутальное место, ну... Опа, тень вообще шикарно. Вот. Вот. Теперь можно идти. Наконец-то прошли. Вот забор, да? Все, друзья, вперед. Дядя Дима разобрался. Че, кладбище, что ли? Или что это такое? Кресты? Музыка какая-то гнетущая. Вот выбежал бы сейчас кто-то, точно бы обосрался. Ей-богу, друзья. Да вы посмотрите, как батарея садится, блин. И это меня печалит. А без батареи здесь вы сами понимаете. Не камильфу. Опа, сатанс. Ин... Что там? Медикал, получается. Сатан, слово, меня немножко стремает в этой ситуации. Прям в подвал вход. Я офигею. Ну пошлите с вами посмотрим. Ну, здесь даже трудно, и даже не то, что трудно, даже не хочется представлять, что здесь происходило и чем здесь занимались. Welcome to Atlas, друзья. Книга, тут какие-то заклинания, что ли, читали. Так, текать отсюда надо, блин. Бляха, куда? Ох, ебить твою колотить, что это такое? Блин, посмотри. Ё-моё, что? Это трупы, что ли, все сгорелые? Это дети или что ли? Или это все подряд здесь? Обряды какие-то, блин, куда текать, валить просто. Звук под ногами. Да не сожженные, друзья. Так, надо явно надо покидать это место. Вот оно, друзья, смотрите, лошадка, качельки. Детские голоса, обратите внимание, все как в классическом стиле 90-х. Джипперс, криперс и все дела. Ё-моё. Вот и качельки, и опять велосипед, обратите.
говорит, слушайте, что я качка, я молюсь. Давайте посмотрим, что там. Ёб твою мать, чтоб меня. Что за херь? Друзья, вы не представляете, как я дернулся на своем стуле. Я просто надо ей все, надо нести ведро для кирпичей. Это уже однозначно такие маневры. Фу, аж отлегло. Так, чё? Ладно, давайте разбираться дальше, что делать. А, мы лезть куда-то, да? А куда лезть-то? Голоса пошли. Вот. Чё-то прям хочется... Оп! Убить твою мать налево. Так, где это мы с вами? Куда нас вообще занесло? Не понятно. Опа, это школьный класс. Оп, вы видели? Кто-то пробежал. Школьный класс, обычный американский. Палат, ой, палат, друзья, я уж туплю вообще. О, батареечка. Это еще что такое? Дискеты, да? Этот голос, это кто говорит вообще? Ну и в смысле, чин. Что здесь происходит? И здесь кресты, это что такое? Так, ну давайте выйдем. Ой, друзья, прям, я не знаю, прям вот, вот сейчас что-то будет происходить, надо напрячься, надо напрячься. Ведро принес уже. Так, закрыто, да? О, блин. О, знакомые шкафчики по первой серии. Ну, такой гул прям вот, не знаю. О, такой гул. Вообще, хорошее, да, звуковое сопровождение. Так, ну пошлите. Так, надо быть ко всему готовым, потому что я так предполагаю сейчас... Офигеть можно. Можно я не пойду туда? Так, батареечки две, это хорошо, одну уже надо менять. Ой, ёпта, воюж. Блин, ну так атмосферно, круто, друзья, круто, мне нравится. Джессика, кто такая Джессика? Дочка, наверное. О! Ну как же хоррор без этих звуков? Никак. Книжки, тетрадки, да. Записки, бумажечки, всякая такая херня. Вот этот вот свет, мне немножко хочется сделать вот так и не выходить до конца игры. Вы посмотрите, что там творится. Что происходит, блин? Дверь открывается. Вытекать надо отсюда, прижмет еще сейчас. Ё-моё. Блять, стрёмно, друзья. Вы не поверите, но мне стрёмно. Может, здесь есть? Закрыто. А, блядь, сука. Началось, обтекать, бежим. Ёпта, эти резкие маневры надо. Охренеть. Ну знал же, что сейчас что-то будет. Нет, все равно попался. Повелся, называется, да, друзья? Развели. Куда? Все закрыто, все закрыто. Куда идти, не поймешь. Без камеры вообще здесь нереально. Темнище полное. Все закрыто, не пойму. Опа, бегает кто-то. Ну это как в первой части все. Расписание. Почему часы не тикают?
Так, ну что? Опять дядя Дима заблукал. Может, наверх куда-то? Наверх нет, сюда нет. Да тут, по сути, некуда. Коридор с закрытыми дверями. Ну что, блин, я не могу понять. Опять туплю, однозначно. Выход-то есть, надо только найти его. Только его найти, собраться, то еще что-то выскочить сейчас опять. Вот, наверное, здесь я и просижу до конца. А авось то придет, найдет, да вытащит, заберет в нормальное место. Так, ну ладно, это все, конечно, хорошо. Но я начинаю напрягаться. Оп, а чё за свет такой? The way to success, друзья. Какая там школа? Путь к успеху. Вот так-то. Путь к успеху лежит, понятно, у всех по-своему. Даже уже зафилософствовал немножко, пока ищу. А вот, друзья, смотрите, какой-то... Записки. Свет, ёпта, твою ж нить. Вон оно как. Вот хер найдешь. Вот хрен найдешь, друзья. Так, куда мы попали? Что здесь? Какие-то мониторы 90-х. Кстати, странно. Почему это мониторы? Это школа, что, страшно заброшен? А что у нас там? А, внутренний дворик, друзья. Там снег, между прочим. А в каньоне было тепло, здесь снег, не могу понять, где он шляется. Знаете, напоминает в первой части, помните, как мы здесь, ну не здесь, а в такой же атмосфере, похоже, бегали от этих здоровяков, прятались, да? Так, немножко, о, блин. Джессика бегает. Да и да. Блин, сделали офигительно, конечно. Монитор мигает, там кто-то висит, вообще не хочется туда идти просто-напросто. Звуки. Гнетущая атмосфера, друзья, просто гнетущая на самом деле. Ну, на эксит туда хочется пойти, ну давайте. Еп, что такое? Опять этот язык. Смотрите, руки, ёпта, руки там, блин. Меня хоть не утащит. Офигенно. Офигенно сделали, друзья. Ну, просто хочется покинуть эту срань и побыстрее. Ой, бля. Welcome to Outlast, my friend. Что происходит? Катастрофа, куда-то кинул опять. Левый shift, чтобы бежать. Бежать надо, друзья. Текаем нахер. Все в крови. Все висит, тут рука висит. А вот вам и кукурузное поле. Мы по нему будем. Ёб твою мать, бежать. Охренеть, ну а куда бежать-то, блин? О, нас лупят уже, друзья. Нас лупят. Так, надо не. О, блин. Знакомо по первой части, знакомо. Опять у него ничего нет. Так хочется дробаш взять и как лупануть. Нет, надо бежать. Так, вроде убежали, да? Кукурузное поле, ну это классика жанра просто, я вам хочу сказать. Все прекрасно помните, да? Вы со мной согласитесь, я думаю. Так. Куда идти? Батареечку надо поменять. Так, забор. Где выход, где вход?
Ой, друзья, нас ищут с фонариками. Прикольно, графика шикарная. И луна, обратите внимание. Блин, да их там дохера, он там не один. Вообще луна шикарная, и поле, и фонари, блин, нравится, нравится, друзья. Так, только надо тут выход найти, где он? Где выход? Так, здесь беспредел. Смотрите, сколько их там, чё они, блин. Очень атмосферно. Опа, на батареечку набрели. Возьмем. Закровавлены колеса, все херни. Так, а куда же идти-то, ёб твою? Одно поле без всяких каких-то указательных знаков, да? Охренеть можно. Так, ну давай, друг, беги, беги, ты беги. Опа, куда-то вышли, смотри, текать нахрен, друзья, текаем. Пробел и текаем. О, блин, да что? Он нас заметил, по-моему. Блин, опять какой-то... Вон он с фонариком. Блин. Я офигею. О! Очки потерял, друг. Блин, это что такое за хер? Ёперный, смотрите. Она его разрубала еще и где, друзья? Я в шоке. Вот такая, друзья, у нас демочка получилась. Все, да, закончилось. Я настроился так вот уже играть, шпарить, друзья. Вот. Вот так вот мы с вами... Первый взгляд, да, на игру Outlast Number 2. Ну что, давайте так вот в общем и целом, я хочу сказать свое впечатление, да, поиграв, конечно, оно немножечко изменилось в лучшую сторону. Вот я смотрел обзор, Виталя делал, мне как-то по обзору, ну и казалось, графика примитивненькая и туда-сюда, а поиграв, я забираю свои слова назад, впечатлило атмосферно, я думаю... Ценители жанра оценят по полной. Ну что, друзья, давайте тогда ждать вместе 17-го года. И будем ждать Outlast Number 2. Спасибо разработчикам еще раз за предоставленную возможность окунуться в мир хоррора хоть чуть-чуть, но знаем теперь, чего ждать. Всем спасибо, друзья, надеюсь, вам понравилось. С вами был дядя Дима на канале Дим Онлайн. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Будем проходить новые игры и ново-старые. И в общем и целом, всем спасибо. Всем пока, дорогие друзья. Удачи, позитива и добра.